П'ятий Кубок України з фул-контакт карате зібрав понад 200 учасників. Престижні змагання, організовані Союзом фул-контакт карате України і Федерацією шин-карате України, прийняв спортивний комплекс Національного університету Одеська юридична академія. Это очень важно, когда и дети, и юноши, и взрослые приобщаются к этому замечательному празднику, приобщаются к спорту. Развитие спорта, оно очень важно не только в нашем государстве, но и на уровне всей страны. И несмотря на пандемию, мы стараемся с соблюдением всех карантинных мер уже опять начать возрождать спорт. Продолжаем развивать нашу спортивную инфраструктуру. Был совместно с общественной организацией «Мангуст» открыт обновленный клуб борьбы. И все это очень важно, все это дает возможность нашим детям, юношам не находиться на улице, не заниматься непонятно чем, а развивать себя и в спорте, развивать себя интеллектуально. И, конечно, безусловно, когда вы побеждаете на татамі, вы побеждаете и в жизни. На татамі вийшли 200 різних вікових груп від 6 і до 45 років, аби продемонструвати свої вміння та спортивний азарт. Сделали большую паузу из-за ковида, не приехали многие команды. Но, несмотря на это, нам удалось организовать это мероприятие. Очень видна разница в весе из-за карантина, потому что многие не тренировались. Но общий уровень подготовки у бойцов отличный, все готовы. Данный турнир является отборочным для Кубка Евразии, который состоится в октябре. На татамі зібралися спортсмени з різних куточків України. Приїхали команди з Київської, Вінницької, Житомирської, Львівської областей. Одеська область представлена командами з Одеси, Ізмаїла, Білгорода, Дністровського, Теплиці. Крім того, незважаючи на пандемію, зуміли приїхати навіть спортсмени з Румунії. This event is one possibility in this bad time when COVID is very bad for all in world, and it's very nice because can come here. I have a four fighter, three men and one lady, and I want to go in Romania with gold medal. Спортивне життя в нашому місті, країні і на міжнародних майданчиках стрімко оживає. Без спорту немає здорового розвитку молодого покоління. Саме тому керівництво Одеської юридичної академії розвиває спортивну інфраструктуру університету. На сьогоднішній день спорткомплекси Одеської юракадемії приймають престижні всеукраїнські та міжнародні чемпіонати. Что касается вообще самого места, где проводится, вообще замечательно. Мы неоднократно уже принимали участие в юридической академии здесь, юридической академии от площади и в других. Вообще очень удобно, комфортно, очень прекрасные условия для соревнований. Мы активно сотрудничаем со Всемирной организацией шин-карате, с Андреем Рикуновым, и сотрудничаем уже давно с юракадемией. Даже в такое трудное время, ну, в период пандемии, ребята молодцы, что собрали сегодня и проводят такое хорошее мероприятие по спортивным единоборствам, вот, несмотря ни на что, как говорится. Организация очень хорошая, и уровень бойцов тоже очень на высоком уровне. И мы со своей стороны пришли сегодня поддержать своими показательными выступлениями по айкидо, разделу самообороны. Вот, это прекрасное мероприятие сегодняшнее. На чемпіонаті України були представлені спортсмени з різним рівнем підготовки. Для когось бій став першим виходом на професійне татамі, але кожен підійшов до турніру з максимальною підготовкою. Треба вміти захистити себе, і в житті воно допоможе. Карате – це дуже хороший вид спорту. Чому? Он развивает дыхалку, ты будешь очень сильный и никогда не заболеешь. В 5 лет начал заниматься карате. Папа тоже раньше занимался дзюдо и сейчас ходит со мной на карате. Переможці братимуть участь у міжнародному турнірі відкритому Кубку Євразії по фул-контакт карате, який відбудеться 30 жовтня на базі спортивного комплексу Міжнародного гуманітарного університету.